last time. Нина, фамилия, отчество, командира. Скажи, пожалуйста. Никакого командира они хотят. Я не понимаю, о чем ты вообще. Моего командира, ты понимаешь русский язык? Расскажи информацию, расположение части, имя, фамилию, отчество командира своего. С этого начнем и расступим. Если ты хочешь увидеть свою бывшую, нормально, в целом порядке, общаться и встретить свою жену, то все хорошо будет. Ты должен с нами сотрудничать. А если ты не будешь сотрудничать с нами, считай, что ты ее лишился. Мы его отправим на передок, ребята. Там ты ее встретишь где-нибудь. Будет помогать убирать, чистить и ребятам помогать, которые без женщин там. Последние сколько? 3 года на работу в московских заводах. Ну, это как бы считается старейшая правозащитная организация в России. Это там проблемы беженцев, это проблемы там пропавших людей, особенности пропавших людей. Потому что, ну, как бы беженцами занимается много кто сейчас. Вот, а именно людьми, которые пропадают в результате военных действий, не особо. Человек, который нам об этом случае сообщил, он уже знал то, что мы таким занимаемся, если бы он подумал то, что можно нам написать, ну и так и произошло. А вот, и мы про случай узнали 31 августа, и в этом смысле он немножко уникальный. Почему он уникальный? Потому что это все-таки не произошло задержание там в ходе проведения специальной военной операции, да, или что-то такое. А тут человек уже был на территории России. Свекровь проживает в приграничном селе, вот, которое на данный момент находится под контролем России. И, соответственно, она ее хотела забрать оттуда. И много сейчас таких эвакуационных миссий происходит, но она решила это делать сама. В общем, что мы знаем? То, что она там, то, что она освобождается 5 числа в 10:10 вечера. Либо она выходит через основную дверь, и мы ее встречаем и увозим. Либо ее вывозят через другую дверь, ее там встречают другие люди. И нам нужно понять, где эти двери. И тогда мы сможем расставить дежурных и ждать часа X. Зачем это нам нужно? Потому что приедет адвокат, и в случае, если ее выводят из другой двери, то мы, соответственно, можем как бы свистнуть адвокату, чтобы он ее сопроводил. Потому что самое здесь страшное. Не то, что ее даже просто заберут, а то, что она останется без защитника. Вот и животное. Я мать.
суда. Ну, они как говорят, что сбили, и обломки на крыше. На крыше домов, там у нас вот Чумичева, Третьего Интернационала, там перемешку частный сектор с этим, ну, с многоэтажки, там, такие трехэтажки, четырех, пятиэтажки. А еще этот писали у нас в интернете, вот что мне этот, люди не нравятся, представьте, этот, осколками там поразбивало, там у кого окна выбило, там, ну, такое все. А этот, писали в новостях, что этот, люди, допустим, кого, ну, не разбило, а окна старые, специально разбивали стекла, типа вот типа, у нас тоже эти прилетели, обломки, осколки прилетели. Чтобы что? Ну, чтобы поменяли. Ну, поменяли, да, своим на новые. Это, я так понимаю, основное здание УВД. А это БТР. Я вот смотрел вот эту вот левую стену, и она идет сплошняком без всяких дверей. Поэтому я думаю, если где и смотреть, то где-то вот так вот справа обойти. А встать просто перед входом и прямо ее там ждать, а машину стартануть вот отсюда. Тут как бы припарковаться легко, наверняка места будут. Вот, а я предлагаю вот туда сейчас сходить. Ну просто если, короче, кто-то же будет приезжать, он вот так будет приезжать. Он вряд ли увидит человека, который может быть здесь, правильно? Или оттуда сразу машина выйдет, на хер узнает. Ну ладно, в общем, понятно то, что здесь нужно, кто-то придумал. Нина сказала, что она очень четко хочет все равно ехать туда. Да, она это передала. Ну, план такой, как мне это видится, это было бы то, что мы, соответственно, ее привозим сюда, даем возможность поговорить с мамой. Я маму предупредил, чтобы она была на связи. Вот, и еще мы передадим информацию о том, что волонтер занимается делом ее свекрови. Но просто зачем ей персонально туда ехать с украинским гражданством, когда у нее муж ВСУшник? С этим ее постановлением по наркотическому что-то делать надо? Я думаю, нам просто забыть про это и все. В 9 должны будут приехать два волонтера. Один, который поможет нам мониторить второй вход. И второй, который будет на машине. Ну, какая-то информация есть о том, кто ее там отбирал? Нет? Ну, вообще никакой. Скорее всего, это ФСБшники, а чтобы это были ФСБшники, то это, скорее всего, граница погрануправления. Была идея попытаться все это еще и зафиксировать, но просто если у нее ничего не останется, да и потом как бы вести ее на медосвидетельство нету, ну это как бы... Быстрее вывозить отсюда? Конечно, да. Именно они такие, знаешь, насликов позвали, прихвостят.
необычных людей устраивается. Это пидорасов, блядь. Вроде Азова, торнадо, давай, блядь. Какой Азов, какой торнадо? Причем Азов, причем торнадо ко мне. К моей жене, к моей маме, матери больной. Кто подойдет? Да, а куда он пошел? В общем, сейчас я ему позвоню, да, сейчас. Предложение новое. Давайте поедем к КПП. Давайте к КПП, время без 10, да. Да, 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 потому что времени мало. Главное, чтобы он телефон взял. Как там план, как швейцарские часы? Их расставили. Вот. Я, наверное, на улице постою, чтобы просто смотреть, выходит кто, не выходит. Я, может, схожу туда, да спрошу у них. И... А давайте? Черт. А вот машина какая-то приехала. Так, ой, вниз, аккуратней. Все, это за ней. Отлично. Кто это? ФНПш. Блин, я еще до наших не могу там дозвониться. Вы садись, я так понимаю, да? Меня? Я вас слышу. Я восстанавливаю советскую власть на нацистской территории. Я самый большой идентификатор нацистов, уёбков. Знаешь, сколько людей через мои руки прошли, сколько пройдут? Идут куда-то сюда. Кажется, они осматривают машины. Да, прячь. Вы же добиваетесь мира во всем мире и свободы людям, чтобы люди жили счастливо, как в Советском Союзе. Да, мира, потому что вы, послушай меня, потому что вы допустили клоуна у власти. Моя жена пытается спасти мою маму-инвалида. Причем тут какие-то клоуны? Она пытается спасти просто мою мать-инвалида, которая находится в зоне боевых действий. Она... Это она. Алло, Александр, мы уезжаем. Ну вы дождитесь наших товарищей, хорошо? Да, там явно были фебосы на входе. Не знаем, поедут они за нами или нет, но мы, короче, драпаем. Давайте сейчас направо повернем. Угу. Сейчас немножко повели. Едем у тебя под бок. Они за нами. Да? Давайте тогда во двор сейчас не будем. Они просто в масках такие дерзкие, там, что за подружкой приехала. Они представились этими народной дружиной. Народной дружиной? Да. Забавно. А зачем они тогда приехали? Я что-то пока не понимаю. Хотели забрать. Зачем они еще приехали? А что, не забрали тогда? Не знаю, может быть, решили выяснить, что к чему. Я показала документы, они типа, вы аж из Воронежа, да, из Воронежа. И он пошел кому-то названивать, ну и как раз вот миллиметраж, что выпустили, и мы быстро руки в ноги. Ну что, все нормально? Как я знаю. Тебе документы отдали, кстати говоря? Да, документы на месте.
ВВС, все нормально было, там никто... Ну, все было хорошо. Ну, как? В пределах. А где же тебя это задержали, где держали до ВВС? Задержали меня на посту МЧС, на блокпосте в Октябрьском. Это рядом с границей уже? Куда-то увезли, и вечером перевезли меня уже в полицию. Мешок с меня сняли перед каким-то начальником местным, не знаю, кто это был. Алло, мам. Алло. Ты плачешь? Я слышу. Кажется. Кажется. Успокойся, отдохни, мышечка. Хорошо. Дочечка, слышишь? Угу. Мышка, ну я тебя люблю, зайка. Я тебя люблю, мам, все хорошо, правда. Отдохни, успокойся и хай мозги успокоятся, понятно? Все нормально, мам. Прости меня, пожалуйста. Мышечка, я тебя тоже люблю. Я тебя люблю. Котик, я тебя тоже люблю. И успокойся. Что там, помыться хоть не шок на все? Все нормально, мам, все есть, не переживай. Она наркоманка маленькая. Представляешь? Моя Зирочка, 20 лет я тебя знаю, блин. Знаю, что ты наркоманка у меня. И сидела. Ты там на колках. Я не знаю, что тебе рассказать. Ничего, все не так страшно, как вам казалось. Наверное. Да. Леди, мне знать, где моя дитина? В изоляторе. В изоляторе. Дочечка, я надеюсь, не знала, где ты. Жива ты, на цьому світі ти де. Понимаешь? Я жива. Кормили только паршиво. Покатилась, походу. Ну, я говорю, у меня еще квартира. Я не могу никуда. Без 15-12, но это не серьезно никому. Я Джеймс Бонд, уважающий границы других людей. Хорошо, а завтра в Смоленске ждут весь день, правильно? Ну, понятно. Хорошо. Ладно, все. Таких последствий я не ждала. Я не верила, что такое может случиться. А приехала я, больше всего ради мужа, наверное. Потому что, опять-таки, забрать себе кровь, конечно, но это больше в корыстных целях, чтобы мужа можно было уволить из армии. А так как мама мужа инвалид, то его по этой причине могут из армии уволить. Не факт, конечно, что уволят, но попробовать можно. Меня отговаривали, что в Россию ехать не надо, что, во-первых, тебя элементарно даже не впустят, а во-вторых, не надо. Просто не надо. Не надо. Попробую, что случится. Святая простота. Впустили меня плюс-минус без проблем. Опять-таки, меня часов 5-6 подержали на границе. Тоже с ФСБшниками пообщалась, но просто пообщались. Телефон забирали у меня, уносили куда-то, ничего страшного такого прям не произошло. И все. Приехала, а дальше... черти что произошло. Я говорю, к счастью, что я не въехала в Харьковскую область на освобожденные территории, потому что что бы со мной сделали там, даже думать об этом не хочется. Потому что сейчас действительно все очень,
очень полюбовно обошлось. Опять-таки, что меня и посадили по административке, мне Роман объяснил, что могло быть все гораздо хуже. Что меня просто как пленную посадили и ищи свищи, как нет человека. Ну и опять-таки, каких-то прям телесных увечий не нанесли. Ну, не без этого, конечно, но опять-таки. Перед мужем хочется извиниться. Мне его было страшно, мне кажется. Ну, не я, а эти люди. До сих пор не могу понять, зачем. Чем я так интересна. Видно им дни. Что-то я не понимаю. Удачи. Спасибо большое.